Всем огромный привет! Наконец-то я вам сегодня покажу результаты Project Pen за 2022 год. Что у меня получилось в этом году закончить в этом проекте и что, конечно же, осталось. Плюс из-за того, что я в последнее время была больной, конечно же, этот месяц практически, можно сказать, выпал у меня из проекта. И из-за этого планы, которые были на некоторые продукты, чтобы закончить, у меня не получилось, к сожалению, осуществить. И вообще я еле-еле дотянулась до камеры, потому что когда долгое время не снимаете, отвыкаешь от съемок и как-то не тянется рука. Но я думала, нет, нужно начинать, потому что реально куча видео нужно показать. Я думаю, что после этого видео вы увидите сразу же следующее Project Pen на 2023 год. И потом потихонечку я посмотрю, что буду далее вам снимать и показывать. Давайте приступим. Начнем, наверное, с продуктов, которые у меня получилось закончить полностью. И хотелось бы начать с парфюмов. Первый парфюм, который я завершила, это от Rihanna Nude. Потрясающий цветочно-сладкий аромат. Очень вкусный, девочки, очень вкусный. Я думаю, что я его в будущем повторю, пока не хочу парфюмы покупать, потому что их у меня в коллекции достаточно много. Давайте мы будем ставить вот сюда, вот наверх, то, что я закончила. Следующий парфюм тоже сладенький, от Нина Ричи. Нина оригинальная. Ой, это тоже такой сладенький, приятный аромат был. Действительно, и с тем парфюмом, и с этим я с удовольствием пользовалась. Буду ли я такой аромат покупать? Наверное, нет, если только увижу в ТК Макс за какую-то хорошую цену, можно будет приобрести. А так вот специально заказывать не хочу. Это два парфюма, которые у меня вошли в этот Project Pen. Ну и помимо Project Pen я некоторые парфюмы заканчивала, которые вы увидите уже, когда я вам буду показывать полностью, что я закончила из декоративной косметики. Ну там и парфюмы будут, и лаки для ногтей. Следующее, что я закончила, это тональная основа от Revlon, которая идет для жирной и комбинированной кожи. И, соответственно, из-за того, что у меня сухая кожа, эта тональная основа самостоятельно, конечно, немножко иногда подсушивала, поэтому нужна была хорошая база, предварительное увлажнение кожи лица. Ну а так я успела закончить этот тон. И на самом деле я им очень долго пользовалась. Долгоиграющая тональная основа. Вот что могу сказать. Мне кажется, первые полгода я только расходовала вот эту тональную основу. Хотя у меня в проекте их было два. Это еще давно закончила. А далее я закончила вот такую вот пудру от L'Oreal Infallible. Там видите продукт, который вы увидите уже в Project Pen 2023. Я подготовила. Потом я вам там все расскажу, почему у меня там вот такая вот кашица находится. Пудра от L'Oreal неплохая была, она достаточно плотная. Вообще, это как тональная основа пудра была. Но могу сказать, что все-таки на моей сухой коже тоже нужно аккуратно было работать с этой пудрой, потому что если слишком перебарщивала или, допустим, недостаточно увлажненная кожа была, то самостоятельно этот продукт также стягивал кожу лица. Следующее, что я закончила, это вот такой вот консилер от Essence. Очень даже неплохой, не имеет прям супер плотного покрытия. Не знаю, для меня не оказался таким идеальным, как это могло бы быть. Но, тем не менее, я закончила этот консилер. Покупать я его, наверное, в будущем не буду, хотя, кто знает, возможно, и приобрету, потому что консилер не особо подсушивал зону под глазами, то есть, мне кажется, даже не подсушивал. На самом деле, я уже забыла эффект этого консилера. И единственное, говорю же, покрывающая способность не такая большая была у этого консилера. Далее продукты для губ. Закончила вот такой вот карандаш от Essence. У меня оттенок был 0,5 какой-то berry, softberry, да, softberry.
Очень красивый оттенок, кстати, и этот карандаш достаточно долго мне прослужил. Видимо, из-за того, что хорошая пигментация была у этого карандаша, но единственное, они суховаты, конечно, от Essence, а так очень красивый цвет был, под многие нюдовые помады подходил этот карандаш. И следующий карандаш, и чему я безумно благодарна, именно Project Pen благодарна тем, то, что я этот карандаш взяла в этот проект. Если бы я этого не сделала, то даже не знала бы, что постоит такой крутой бюджетный карандаш для губ, который шикарно держится, абсолютно не сушит губы, очень мягенький, прям потрясающий. И у них упаковки поменялись. Сейчас я, если у меня получится показать, да, вот у них новые упаковки. Вот таким вот образом выглядят. Они шикарные, шикарные девочки. И реально, почему я говорю, что благодаря Project Pen, потому что если бы этот карандаш я просто изредка использовала в какие-то дни, да, а не так, чтобы каждый день носила, то я бы не успела понять, насколько это классный карандаш. А взяв Project Pen и использовав ежедневно, я поняла, насколько это стойкий и классный карандаш. Поэтому это прям большой плюс. И говорю же, Project Pen реально дает вам распробовать средства, которыми вы, допустим, не так часто, может, пользуетесь там изредка, так как коллекция большая у меня, да. Соответственно, я не использовала, конечно же, постоянно один и тот же продукт. Вот что я имею в виду. А тут с проектом я поняла, что это за классный карандаш. И вам тоже порекомендовала, многим из вас понравился этот карандаш. Далее, что я закончила, это вот такой вот бальзам, помаду от Yves Rocher. Это полностью закончено. Очень красивый цвет был. Не сказала бы, что суперстойкий карандаш. Ну да, это как карандаш-помада, это суперстойкий карандаш-помада. Но неплохо, неплохо. Тем более с карандашом от Trend Etap, допустим. Этот оттенок чуть дольше остается. Так, следующая помада. Это от Essence Perfect Shine. Оттенок у меня 10-й. Тоже безумно красивый оттенок был. Безумно красивый оттенок. Вот полностью закончила. Я как-то забыла про эту помаду. Мне кажется, когда я ее закончила в одном из апдейтов, я рассказывала про нее. Почему-то я сказала, что я не буду покупать из этой линии помады. Что-то мне там не понравилось. Реально забыла, что мне там не понравилось. Из-за того, что помада... Нет, она не сушила вроде губы. Короче, не помню, девочки, не помню. Ну и что у меня закончилось с прошлого апдейта, я специально оставила. Во-первых, я наконец-то завершила вот этот вот блеск от Maybelline. Вот такой вот блеск. Там чуть-чуть осталось, но совершенно невозможно достать. Я этот блеск и вот так вот положила, чтобы доставать. Но все, даже стопер вытащила. Там совсем немножко на донышке, но я думаю, что уже будем считать это законченным продуктом. Что хочу сказать, очень даже неплохой блеск, в основном я его использовала как бальзам для губ, реально классно смягчает, но я не думаю, что это как блеск прям хороший, потому что очень-очень сильно при сильном смягчении губ у вас губы прям вот так вот отшелушиваются, много-много мягенькой кожи отваливается с губ, короче, каким-то образом будто бы съедает ваши губы, этот блеск, и из-за этого мне вот этот эффект не очень понравился, потому что было ощущение, что это реально как бальзам работает, вот. Говорю же, в основном как бальзам использовала, когда быстренько мне нужно было сходить в магазин, когда просто выходила на улицу, наносила этот блеск и готово. Так. Следующее, что я закончила, это помаду от Стила. Она у меня давно в коллекции, чему очень рада, что сейчас получилось закончить наконец-то. Оттенок называется Оливия. Тоже потрясающий цвет. Такой вот оттенок. Люблю я нюдовые помады, как вы понимаете. И да, мне единственное не понравилось, вроде такая дорогая марка, да,
полностью тут все слезло. Но я так поняла, тут от хранения тоже многое зависит. Вот как с блесками от Фенти я вам показывала, что у них облазит, там крышечка облазила. Думаю, что и здесь тоже наверняка это от хранения зависит. Что-то им не понравилось там в моем ящичке, и температура, наверное, была разная в комнате, может, из-за этого. Да, хотела показать. Так что закончила еще одну помаду. Посмотрите, у меня в этом году очень хорошо помады пошли, поэтому на следующий 2023 год я также набрала кучу помад. И последнее, что я закончила на сегодняшний день, ну, то есть в прошлый раз, когда я вам показывала апдейт, с того времени наконец-то завершила консилер от Манхэттен, который никакущий, очень подсушивает зоны под глазами. То есть мне абсолютно не понравился этот консилер как консилер, поэтому, как вы помните, я его использовала, смешивая с тональной основой. Таким образом у меня получилось закончить консилер. Поэтому, девочки, если вам консилеры не нравятся, то используйте либо на прыщики, у меня просто не так часто прыщи выходят, либо вот смешивайте с какой-нибудь тональной основой, и таким образом у вас продукт не пропадет, вы не выбросите полный консилер, да, можно сказать, если вам он не подошел под глазки, а используете в других целях. Я вот всегда стараюсь находить, ну, допустим, продукт каким-то образом вам не подходит в одних целях, то я пытаюсь найти другое применение, можно сказать. И как раз-таки вот с этим консилером у меня то же самое было. Вот столько продуктов, девочки, у меня получилось закончить в этом году. Получается, сколько? Давайте не будем считать, наверное, парфюмы, а только продукты. Декоративную косметику я имею в виду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, да? Да. 10. 10 декоративных средств, которые я закончила в этом году в проекте. Плюс помимо проекта, конечно же, у меня еще куча всего закончилась. То, что вы увидите, как уже говорила, в отдельном видео, когда я вам покажу всю декоративную косметику, которую закончила за 2022 год. Ну а теперь давайте пройдемся по средствам, которые у меня не получилось закончить. Во-первых, это вот такой вот серум от Essence. Осталось совсем немножко. Если бы в этом месяце я не заболела, то я думаю, что я этот серум бы закончила. Но думаю, что в будущем я даже не знаю, что делать с продуктами, которые у меня вот так вот совсем немножко осталось. Я думаю, что их вначале доиспользую, а потом уже буду переходить на Project Pen 2023. Наверное, так все-таки. Давайте немножко вот так вот передвину камеру. Так, буду ставить сюда. Значит, у меня не получилось закончить этот серум. Ну, тут вы сами увидите, что в некоторых продуктах совсем немножко осталось средств. Ну, говорю же, из-за болезни не смогла закончить. Следующее, что у меня не получилось тоже закончить, это бронзер от Essence Sun Club Matte Bronzing Powder. Вот, совсем немножко осталось. Совсем осталось немножко. И его тоже я в ближайшее время планирую заканчивать. Я думаю, что мне еще на недельки 2-3 точно хватит этого бронзера. Далее. Не смогла закончить тональную основу от Clinique, хотя осталось ее совсем немного. Честно говоря, даже не вот столько, как вы видите. Я просто, когда выдавливаю, уже чувствую, что тональная основа еле-еле выходит, но тем не менее. Пока еще там есть тона, и тоже в ближайшем будущем буду концентрироваться в первую очередь на эту тональную основу, а потом будем переходить на другие. На 2023 год, то, что я выбрала. Следующая пудра от Jeffree Star. Я ее изначально не хотела заканчивать, в плане того, что я знала, что это нереально. Но, тем не менее, посмотрите, сколько у меня уже осталось этой пудры. Совсем немножко. А было где-то вот столько. Вот таким вот образом, если я держу. Реально, я половину, может, даже больше половины израсходовала этой пудры. Я рада, что не закончила, потому что мне эта пудра нравится, особенно летом, потому что классно матирует кожу. Очень хорошо держит вот это вот сало, выделение кожного сала. Так что очень рада, что
и успела воспользоваться этой пудрой, и, в принципе, она у меня еще осталась для использования в будущих косметичках и так далее. Далее хайлайтер от Essence. Вот эти два хайлайтера я закончила, концентрировалась на этом, и потом я решила, что когда закончу вот этот хайлайтер, этим я уже пользоваться не буду, потому что он достаточно темный и как-то мне, даже когда загорелая кожа, не особо тянется рука к таким темным хайлайтерам. Поэтому, когда воспользуюсь вот этим вот полностью, я просто выброшу эту палетку. То есть она будет у меня закончена, так как реально этим цветом я пользоваться не буду. Видите, тут у меня вон какое уже донышко, в принципе. Ну, еще понадобится, чтобы закончить этот хайлайтер полностью, месяца 3-4, наверное. Далее, это румяна от BH Cosmetics, Vanilla Peach. Такие вот здесь у меня результаты. Изначальной целью у меня было полностью закончить вот этот оттенок и вот в этих трех дойти до донышка. Как можете видеть, вот в этих двух цветах у меня получилось дойти до дна, а вот в этом, к сожалению, нет, потому что очень, ну, не сказала бы, что супер пигментированный, но в отличие от вот этих вот нижних, вот этот оттенок румян очень пигментированный, и нужно его совсем немного. Единственное, я вижу, что вот тут немного уже начало вот это вот железная как она называется, короче, железная штучка немножко начала проявляться. Но остались эти у меня румяна, пусть будут, теперь я их буду ротировать в косметичке. Вот таким вот образом. Конечно же, говорю же, тут не было цели, чтобы полностью их закончить. Единственное, вот этот оттенок я хотела полностью завершить, тем более. Вот, кстати, очень интересно тут сделано, что вот эти два оттенка нижних менее спрессованы, из-за этого тут быстро я дошла до донышка, а вот эти вот верхние, они более спрессованные, как-то вот странно, да? Так что тут тоже многое зависит от того, насколько продукт сильно запечатан там. И расход тоже, конечно же, от этого зависит. Так, что у меня еще осталось? Осталось у меня это вот такие вот однушки от Essence. Эти тени я не хотела заканчивать. Взяла просто в использование. И, как вы знаете, я такими оттенками припудриваю базу под тени. Вот такое вот огромное донышко у меня здесь уже получается. И на самом деле, я думаю, что если я в этом году бы далее пользовалась этими тенями, точнее, я и буду пользоваться, использовать, то, может быть, я полностью закончу в этом 2023 году эти тени. Так. Остались помады и еще тени. Значит, помаду от Lancôme я не закончила в оттенке. Если мы увидим 323 оттенок. Очень красивая ягодная лаковая помада. И да, у меня не получилось ее закончить. В принципе, с одной стороны, я рада, потому что оттенок действительно красивый. И стойкость этой лаковой помады шикарная. Поэтому пусть останется. И следующая помада, которую у меня не получилось, к сожалению, закончить, опять-таки же из-за болезни, я думала, что все-таки смогу закончить, но не получилось, это Avon Extra Lasting Forever Pink. Вот, осталось совсем немножко, видите? Осталось совсем немножко, и эту помаду я тоже буду в ближайшее время с собой брать на работу, чтобы пользоваться и закончить полностью. В ближайшее время, говорю, когда у меня отпуск закончится. И следующее, это карандаш от NYX. Тоже у меня не получилось завершить, но тоже осталось совсем немножко. Это очень светлый оттенок, к сожалению. Вот, смотрите, безумно светлый. Но потихонечку идет этот карандаш, потихонечку идет. Но закончить опять-таки же не получилось. И последнее, я на самом деле не знала, показывать или нет. Я брала, помните, тени от Narveen Anastasia Beverly Hills. И, честно говоря,
столько палеток теней, я поэтому в 2023 год тени не стала брать в проект, потому что это гиблое дело, потому что не хочется пользоваться только одной и той же палеткой. Но тем не менее, вы тут сможете увидеть, какими цветами я чаще всего пользовалась. Это вот этот оттенок, здесь у меня полностью донышко. Кстати, на начало проекта эта палетка практически нетронутая была, поэтому вы сейчас можете увидеть приблизительно, какие у меня результаты. Вот этот цвет Rose Gold, он потрясающей красоты, я его просто обожаю из этой палетки. Вот этот вот цвет тоже под бровку отличный и как самостоятельно полностью на все подвижное веко. Шикарный цвет. Ну и вот этот вот для затемнения внешнего уголка классный, тоже можете видеть, там такое вот углубление достаточно хорошее. Так что вот такие вот у меня результаты, девочки. Вот так вот, если обобщенно сказать, то в принципе, 10 продуктов я закончила, а не закончила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Представляете, и 10 продуктов я не закончила. Но говорю же, опять-таки же, это все связано с тем, что я заболела. 100%, нет, не скажу, что 100%, но мне кажется, я бы успела закончить тональную основу, если бы не болела. Точно, чтобы я закончила это бронзер, закончила бы и серум. Я думаю, что в ближайшее время, если я на них буду концентрироваться, то обязательно у меня получится их завершить. И потом уже переходить к продуктам из проекта 2023. Все, девочки, думала, будет коротенькое видео, но, как обычно, не получается. Тем более, средств достаточно много. На этом буду заканчивать. Надеюсь, вам было приятно наблюдать за этим проектом, и в следующем видео ждите Project Pen начало 2023. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. Пока-пока!